Всем привет! Начинаем очередное путешествие с компанией «Ларуссия» по Венгрии, город Будапешт. В районе площади Героев есть очень интересная достопримечательность Будапешта. Это церковь Святой Елизаветы. Она находится недалеко от Восточного вокзала, на площади, которая называется «Площадь Роз». Церковь выполнена в неоготическом стиле. На вершине фронтона находится скульптура Святой Елизаветы. Есть две башни высотой 73 метра. Говорят, что церковь была сооружена на месте мечети орденом францисканцев, монахи-францисканцы. Но после их роспуска она перешла к монастырю Святой Елизаветы. Вот после францисканцев там осталась кафедра и резные скамейки. Церковь посвящена Елизавете Венгерской, дочери венгерского короля Андраша II. Жила она с 1207 по 1231 год, 24 года. Свою такую небольшую жизнь, короткую, она посвятила служению больным, нищим, обездоленным. И после смерти ее канонизировали. Очень часто ее изображают живописцы с розами. Муж был у Елизаветы достаточно грубый человек и очень не любил, что она помогает бедным. И вот она как-то шла и в переднике несла хлеб нищим. Он ее повстречал, грубо оттолкнул и сказал, что показывай, что у тебя там, ты опять занимаешься своей ерундой, помогаешь нищим. Она открыла свой подол, а там были розы. Вот такая вот легенда. Надо сказать, что это католический действующий храм. Внутри находятся многочисленные разноцветные витражи. На фронтоне фигура Девы Марии и покровительства Венгрии, а также святого Стефана и святого Владислава. Внутри находится витраж, нарисованный Миксаротом. Красивые люстры. Надо сказать, что в этой церкви впервые было проведено ряд технических устройств. Это вентиляция, освещение и электрический колокольный звон. Производили какие-то электрические машины. Ну, так, во всяком случае, написано на сайте церкви. Было много повреждений во Второй мировой войне, но все было отреставрировано, приведено в порядок. Ну, собственно говоря, вот и все, что я хотел вам показать. Смотрите. Все, пока. До свидания.